Бывший руководитель потребительского кооператива «Общедоступный кредит» Михаил Васильев встретит Новый год в камере предварительного заключения. В Новгородском районном суде ему продлили срок содержания под стражей еще на 3 месяца. Михаил Васильев был задержан в конце ноября в московском аэропорту Домодедово, куда прилетел после 5-летнего проживания на Кипре. На родине бывший финансист обвиняется в мошенничестве с деньгами вкладчиков на сумму почти 2 миллиона рублей. 29 ноября его арестовали на 29 суток. О продлении стражи ходатайствовало следствие, ссылаясь на то, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться от правосудия. Сам Васильев с такими доводами был не согласен. Я не вел фактической деятельности, не скрывался, соответственно, не был в розыске. И если бы меня вызвали, я бы и так приехал. Сторона защиты отрицает и причастность бывшего директора кооператива к обману и хищению денег вкладчиков, а также ссылается на прошедшие сроки давности по ответственности за это преступление. Незаконно заключать под стражу и продлевать срок содержания под стражей человеку, который является невиновным. Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Васильеву срок содержания под стражей еще на 3 месяца.